Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка. Это распаковка будет телефона UHANS UH8 или H6. Вот. В общем, пришла быстро посылка за 12 или 13 дней с момента оплаты. Очень интересно, что у нас здесь. Как всегда, пакет, и в нем еще один пакет Made in China. UHANS, вот так это выглядит. Коробка такая матовая, шершавая. Так, характеристики Dual SIM, 5.5 экран, 1280x720 разрешение, 2.16 гигабайта, 7-й Android, GPS, все стандартно, камера 8.2, так, режимы, батарея 4, 150 мАч. Ну, в принципе, обзоры уже на это устройство есть, поэтому мы распакуем, посмотрим просто, что нам прислал, все ли такая же комплектация, как и везде. Вот. Большое в сравнении с моим телефоном. Прилипло. Вот, он большеват. То есть наклеена пленка защитная и резиновый чехольчик сразу идет в комплекте. Это хорошо, так как телефон покупался для мамы. Вот. Ой. Вот так вот выглядит. UHANS переливается. Очень шершавая матовая поверхность. На ней отпечатки пальцев не остаются. Вот. И отпечаток пальца. Вспышечка. И неплохо выглядит. Давайте вот снизу у нас динамик, зарядка. И 5 вот. И он хоть и большой, но очень удобно лежит в руке. То есть, ну, как бы одной рукой, наверное, управлять не очень удобно, но в Android 7 можно свернуть на уменьшенное окошко и посмотреть. Ладно, давайте посмотрим дальше, что у нас здесь. Зарядка. UHANS. Видно, как бы очень плохо что-то видно там, но 0,15 ампера, DC 5 вольт, 1000 миллиампер, input 100-240 и модель. Вот, для положили в комплект защитное стекло, поэтому идет еще для него салфеточки. Инструкция на разных языках и есть русский. Руководство по быстрому старту. Вставить сим-карты. Вот здесь на картинках как это выглядит. Карточку, сим-карты и так далее. Ну и стекло. Стекло и какой-то пятачок, не знаю чего, это пятачок от продавливания этой штучки, вот, отпал внутрь, вот, и стекло, хотел еще открыть его, но забыл, вот так отщелкивается, батарея, модель А6, батарея была закрыта, чтобы питание не работало, пленочка 4, 150 мАч. Наклеечка, разъем для карточки и две симки. Вот, на этом у меня все. Телефон отличный. Если нужен дополнительный обзор на него с описанием, там, с моей точкой зрения, хотя, думаю, точек зрения уже столько, что, в принципе, мой обзор и не нужен, поэтому обойдемся распаковкой. Ну, конечно, если нужно там более детально, что
можете написать в комментариях, и мы дополнительно попробуем его посмотреть.